26 апреля в Бахмуте ко дню 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошел митинг у памятного знака «Колокол Чернобыля». На акции присутствовали ликвидаторы аварии, вдовы погибших, городские власти, общественные организации, студенты и школьники. Ко всем присутствующим обратился городской голова Алексей Рева. Сегодня колокол прозвонит 30 раз. Уважаемые ликвидаторы аварии на ЧАЭС, в этот памятный день от имени всех жителей города выражаю слова признательности каждому из вас за мужество и стойкость. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Это мой муж, Будник Александр Александрович. В Чернобыле побывал дважды. Первый раз вместе с бригадой врачей 9 или около того, по-моему, 9 мая. После 9 мая они выехали на эвакуацию населения в 30-километровую зону. А потом уже в 87-м году, в январе месяце, он по линии военкомата был откомандирован туда, где проводил свою работу с персоналом, который там находился. Вот. Следил за их здоровьем, получил большую дозу облучения. Через год уже был инвалидом, перенес две операции. Не знаю, инсультом не знаю уже сколько их было. Вот. Скончался в 2009 году. После митинга программа продолжилась. Для ликвидаторов прошел вечер памяти чернобыльцев. Всего в Бахмуте их осталось 540 человек. Более 60 уже ушли из жизни. Программа закончилась демонстрацией художественного фильма «В субботу», который реконструирует день катастрофы.